Ага. Ну еще так. Розалиночку. И вот этот кувшинчик с его теневыми проявлениями. Вот такое рисование. Вот такое. Вот такое. Плюс бирюзовенький. Вот такое. Вот такое. Смотрите, я прям балуюсь пальцами. Посмотри, что делается. Вот такое. Вот оно. Вот оно. Это вкусно? Посмотри, уже полбукета готово. Потом краснотики нашвыряешь, нашвыряешь. В том числе. Нашвыряешь, нашвыряешь. Поперечисляешь все пятна. Оранжевости нашвыряешь, нашвыряешь. Предмет мутный, предмет рябой, предмет мутный. Вот это все вот так вот нашвыриваем. Хорошо? Это можно оставить. Ну, смотри, как смотрится. То есть чуть-чуть его подвинешь. Так. Хорошие цветочки. Там, где у нас белый, чтобы не сопротивлялся, чуть-чуть вытерла, взяла белизну с охристостью. И беленькие тоже чуть-чуть понанесла по этой же схеме. Хорошо? А тут белые не понятно. Ага. Подтираем чуть-чуть. Подтираем до сухомятки. Угу. А в сухомятку прекрасно ляжет, еще и соседние цветики подберет и станет красивенько. Потом и кисточка придет. Поток сознания. Там он немножко, вот ты видишь, создает вот эту, угу, вот этот вихрь. Угу. Штуковина ушла за середину. Она ниже середины. Это нужно выразить. Она у тебя сначала была слишком большая в ширину, теперь она стала слишком большая в высоту. Она ниже середины, это должно быть обозначено. Вот, вот здесь она. То есть съесть вот это лишнее. Так, хороший набор. Здесь по высоте. Для того, чтобы показать, та лежачая, а это вниз. То есть обозначение плоскостей должно быть всегда выражено весьма. Вот. К тому же он там низко дал, а ты уже и это подняла. И, соответственно, к нему уже хочешь пристроить и все остальное. В итоге у тебя на шикарный букет может не хватить пространства. И все-таки вот это вот движение, вот его нужно насадить. Даже ценой ломки рисунка. То есть есть вот эта вкуснятина там падающего букета. Так, хорошо. Значит, вот это все чуть-чуть приопустить. Вот тебе пределы кувшина. Вот его верхняя. Свет, да. Вот его. Вот его. И рыжий, кстати, подпустить хорошенечко. Так. Значит, когда мы вот основную массу пятен доберем, можно взять, конечно, и тряпочку, и белильцами все-таки создать вот эти светлые дымы в букете, в окружении букета. Вот аж прямо туда. Оно? Смотри, как свет из-под теневой сразу создал настроение. То же самое, чуть-чуть штриховательно и тоже немножко, вот, может быть, туда штриховать, чтобы вот была вот эта идея падения и здесь. Здесь более конструктивно, более спокойно, с геометрией внятной. Хорошо?
цветочечки, например, особенно белые, можно... Вот, замешала что-нибудь доброе, светлое. Накидала, подраздавила. Потом посмотришь, кто из них просится в цветок. Потому что срисовывать каждый цветок у нас не хватает ни времени, ни потребности нет в этом. Накидала, накидала, раздавила. Постоянно вытирая. Красный тоже. Возьмешь в том числе кадмий. И краснотики тоже начнешь набрасывать. Аж с такой активностью. Потом на них лягут. Освещенные проявления. Хорошо? Вот такой. Вот этих веточек. Они там несколько хворостом. Ребром мастихина создать эту рябушку. Синий-коричневый даст такой очерчивающий цвет. Его тоже поподсунуть туда-сюда. Хорошо? У вас так. Синий-коричневый, очерчивающий. Ты же еще не пробовала синий-коричневый, очерчивающий. Вот он, вот он, вот он. В чем ты видишь, я немножко игнорирую рисунок, а при этом получается довольно симпатичное пятно. Потом отрезала, вернула светлятинки. Не хватает темности вот этому пятну. Насадить эту темность. Все краски смешиваются. Ну это такая. Чернявости вот этому месту не хватает. Этот красный – это рефлекс от цветов. Видишь, вот эти вот мутноватые, почти акварельные расштриховочки довольно здорово сидят, но то, что они, упаковка краски там непонятно какая, но красивая. Thank you.
То есть сначала создадим сияние вот этого блика, который там сиятельно звучит. А потом поставим. Причем блик там несколько тих по отношению к белому в других местах. Кистью деликатненько уложишь сияние и бликование здесь. Да, и уже бликование, округлость выражаются. Вот этих вот, вот этих вот. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот таких, вот таких. То есть это почти произвол. Тоже хвороста насадить чуть-чуть. Смотри, пустяк, а пятно приобрело как бы рисунок. То есть как будто что-то порисовано. Хотя на самом деле... Плоскость эту отсечь, да? Чего она до сих пор не звучит. Плоскость заставить звучать, вывести ее на нас. Ты видишь, сколько инструментов используется, да? Если надо, и вот этот инструмент. Но грань прозвучала. Внутри пятна, значит, смотри, вот эти вот перегибы света и тени, самый темный на перегибе. То есть не везде все темно внизу, да, а вот на перегибе самое темное. А там даже некоторая теплота дерева. Хорошо? Давай, навязать эти вещи. Спать. Вот эти вот так же, как мы вот здесь. Ой, какие крусы. Ой. Класс. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, я чуть-чуть очертил, и он уже окончательно цветок, правда? Уже неудачная лохматка, а окончательно цветок. Тоже красиво. Желтеньких подпусти, желтеньких. Причем желтый а-ля охра. Коричневый, желтота. Такой охрянный цвет. Последний раз сказали, что желтый противно смотреть. Желтый, теперь я его боюсь. Ага, смотри. С коричневого, смотри, как он. Звучит. Чуть-чуть покидать этих желтотиков. А так отличненько. А что дальше делать после желтотика? Ну, порисовать всех, всех. То есть... Кисточку взять, и силуэтики, да, и даже где-то кисти. Угу. Даже где-то, вот, да, у тебя хорошо, даже где-то. Березу только добудешь себе. Угу. Вот даже вот такие звуки, вот такие. То есть чуть-чуть рисовать. Но только не значит, что надо забить все, а появятся и такие. Вот такие появятся еще, добавок. Смотри, хорошо? Давай тут. Окружение будет тоже красиво.
Игоря. Простого человеческого Игоря. Да. 84. Да, спасибо. Очень хорошие звучики. Даже где-то упилить формат. Конечно. У нас дядя.